тема о небе, о Царстве Божьем. Я также хотел прочесть вместе Священного Писания, 6 глава Евангелия от Матфея, 9 стиха. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Оказывается, Господь наш дал образец молитвы Отче наш, в котором мы должны упоминать вот это прекрасную мысль, чтобы Царство Божие было на земле, как на небе. Враг обманул человека тем, что, мол, без Бога ты можешь достичь высоты божества через знание. Но, увы, человек и в первые века до потопного мира не достиг никакой высоты. Как мы знаем, первый мир разложился. Каин, братоубийца, первый стал градостроителем. И пошел Каин и построил себе город. Почему, Каин, ты построил город? А все такие другие тираны, они боятся за свою жизнь. И также Каин боялся за свою жизнь. Он даже пожаловался Богу. Встретят меня и убьют. А как же ты убивал брата-то, а? Ты не жалел. Вероятно, Авель просил его: Каин, не убивай меня. А все-таки он его убил. И дерзко заявил Богу: разве я сторож брату моему? Когда Бог спросил его: а где же брат твой? Да, дорогие, а теперь он построил город, окружил его стенами, трепеща за свою жизнь. Итак, дорогие, человечество стремилось построить царство прекрасное на земле, но ничего не получилось. Бог давал рассвет всем нациям земли. Даже монголы достигали великого могущества. Возьмите любую нацию, она обязательно достигала рассвета. Франция потрясала весь мир. Но кто людям дал счастье? Никто. А каждый обещал. Обещал, тот же Наполеон говорил: я завоюю, и люди будут жить прекрасно. Все ложь, все обман. Все эти тираны, они обманывают народ. Они не любят народ. Не любят. И все-таки люди хотят создать царство силою. Силою. Насилием. Но ничего пока не получается. Рая нет на земле. Поезжайте в любую страну, нет рая. И вот только Христос, как мы слышали, пришел и сказал: приблизилось чего? Царство Божье. Ой, люди ждут этого, когда все будет упразднено, это человеческое. Все это обманно, все это так ненадежно. Царство Божие будет непоколебимым, твердым. И люди ждали это царство, особенно ждал Израиль. Когда они чувствовали гнет и римлян, они думали: вот придет Мессия, освободит нас от чего? От гнета римлян, создаст прекрасное царство. И когда Христос огласил,
что приблизилось царство, они, вероятно, думали, ну вот, наконец-то, приблизилось, пришло. Но Господь говорил о другом царстве. Когда Пилат его спросил, ты царь? Он говорит, да. Но царство мое что? Пока не от мира сего. Пока не от мира. И так наш Спаситель создал свое царство. Создал. Но духовное царство. Духовное. Он создаст еще, когда царство мира соделается чем? Царством Господа нашего Иисуса Христа. Но это будет. Будет. А пока Господь создает духовное царство, это церковь. Я создам, говорит Господь, и врата ада ее не одолеет. Смотрите, дорогие, царство Христово, церковь. И как ни старались люди истребить ее, нет. Царь и владыка создал эту церковь и сказал, что благовестие Евангелия будет проповедано всем людям земли на всех языках и наречиях. Также, дорогие, Господь уподобливал это царство. Царство подобно неводу, да? Который забросит в море, вытащит, а потом пересмотрят. Хорошее отберут, а плохое выбросят куда? На попрание. Вот так невод сейчас захватил весь мир. Тот, кто слышал о Христе и не покаялся, тот при отборе окажется плохой, и его выбросят на попрание. Смотри, дорогая душа, невод, заброшенный Богом, он все равно захватит много душ людских. Также Христос часто уподобляет Царство Божие купцу, который ищет кого? Жемчужины. И когда найдет прекрасную жемчужину, готов все продать и ее что? Купить. Вот так. Спасенная представляется драгоценной жемчужиной в глазах Господа. И Он заплатил за нас высокую цену. Он оставил небо, как бы продал. Все, пришел спасти драгоценную жемчужину. Нашу душу. Это действительно драгоценность. Я как-то говорю, что люди не понимают, что душа это высшая жемчужина. Как-то один богатый юноша на палубе корабля играл жемчужиной, не имеющей цены. Он ее подбрасывал, ловил. И вдруг, когда он ее подбросил, шатнула корабль, и он ее не поймал. И она бух в бездну океана, и все кончилось. Так люди играют бесценной своей душой, когда в какой-то момент она бух и в бездну ада, и все дело. И там ее уже оттуда не поднимешь. Вот так, дорогая душа. Христос изобразил Царство Божие десяти девам, ожидающих приход нашего Спасителя как жениха. Эти девы верующие, они ожидают приход нашего Спасителя. Но одни ожидают, приготавливаясь. И заготовляя кроме светильника еще чего? Масло. А неразумные девы спят и ничего не заготавливают. В собрание ходят редко. Слово Божие читают от случая к случаю. Ты кто?
мудрый или неразумный, а? Определи себя. И когда Господь придет, оп, она, кажется ли он, неразумным. И тогда что делать? Откуда разум-то возьмешь? Уже поздно. Светильник-то не горящий. И Господь это наглядно показал. Восточные народы особенно знают, когда встречают жениха, вот со светильниками. И это будет. Приход Господа некоторые встретят как неразумные. Слава Господу, если мы окажемся в числе мудрых и с радостью встретим нашего Господа. Да, Господь создал царство. Оно имеет начало здесь и простирается куда? Небо. Господь своей отчетной молитвой пред Богом Отцом говорил: «Отче, я открыл имя Твое людям». И вот им показывает на учеников. Они познали Тебя и познали, что Я от Тебя и шел. И Я хочу, чтобы они были где? Я! Вот так, дорогие. И Господь сказал: «Я иду приготовить вам место, приготовлю и возьму вас себе». Как радостно, дорогие. Итак, начало создания Царства Церкви Божией здесь на земле. Но потом оно простирается в славу неба. Да, мы о небе еще почти ничего не знаем. Небо это не синее-голубое. Нет, говорится о небе присутствии престола Божьего, где бесчисленное количество духовных жителей, ангелов, архангелов, херувимов, серафимов, все они славят Творца. Что же мы будем там делать? Мы, оказывается, будем тоже участвовать в прекрасном творчестве Вселенной. И будем радоваться, когда Господь пред глазами нашими будет творить все новое, новое и новое. Знаете, я уже приводил пример. Человек, захваченный экстазом творчества, он забывает все. Как-то рассказывает один художник на подмостках, реставрировал картину, и он отходил и любовался. Снова подбегал, снова. И он так увлекся, чуть с подмосток не упал. Хорошо, что один работник его толкнул. Он говорит: «Да что ты оттолкаешь? Да вы чуть не упали!» Вот так, дорогие, человек увлеченный. Когда мы будем творить, у нас будет торжество момента нашего творчества. Христос есть Альфа. Он начало всего. Начало прекрасной природы, которую мы видим. Все им и для Него сотворено. Так написано. Он всему начало. Он будет и завершением всего. Всего мироздания. То, что Он создал, как Бог вечный, не будет иметь конца. Да? Церковь Его не будет иметь конца. Начало здесь, потом вечности, целая вечность. Да, это дорого стоило нашему Господу, дорого. Он пришел в этот мир в подобие человека, все претерпел во спасение нас, все претерпел. Разрушил дело дьявола, подверг его позору, отнял у него все ключи. И теперь сам, как первосвященник, созидает свою возлюбленную церковь. И так он создал церковь Божью борьбой
кровью и славной победой. И мы, дорогие, мы не просто так вот поверовали и все. Нет, Христос сказал, только борьба. Борьба. Человек, когда покаялся, он думает, что все, теперь борьба кончилась. Нет, она только начинается. Дьявол обрушит на тебя все силы ада, чтобы тебя снова вернуть на греховные пути. Сам не устоишь. Нужны силы Божьи. Надо просить Господа, чтобы Он облекал нас силою Духа Святого, и мы тогда можем только устоять. Для кого все это Господь делает? Для Израиля или для кого? Для всех народов земли. Для всех народов земли. Чтобы никто не мог сказать, это отверженная нация, это не благоволит ним Господь. Нет, нет, нет. Оказывается, Господь совершил спасение, созидает церковь из всех народов земли. Чернокожие, белокожие, краснокожие, желтокожие, все, все, все. Вы знаете, когда-то у нас были гости, я долго объявлял, из Либерии. И вот они приехали, черные, как сапоги. Точно. Я посмотрел, а у них нос шире моего. Я думаю, о, оказывается, не я один с таким носом. Оказывается, побольше есть. А они искренние дети Божьи. Они так проповедовали чудесно. От всей души Бог из всех народов собирает свою церковь, из всех народов земли. И ни один не может сказать, ну, Бог нас отверг. Ничего подобного. Из всех народов земли Бог создает свою возлюбленную церковь. Да, как мы знаем, когда церковь будет взята, Бог создаст царство на земле. Это будет тысячелетнее царство. Тысячелетнее. Это будет прекрасное царство. Но все-таки Бог покажет, что из спасшего грешника, хотя и дьявол будет спрятан в темницу, ничего нельзя пересоздать. Если только он духовно заново не родится. Только рожденный заново духовно, человек становится новым творением. Новым! А вот в тысячелетнем царстве они не будут новым творением. Кажется, все будет. Идеально золотой век. Все будет в избытке. Но как только дьявол будет выпущен, и огромное число народа им взбунтованные двинутся куда? На Иерусалим. Так вы же чтили Бога. Ага, а тогда смущающего врага души не было. Вот так. Бог еще сделает проверку этих жителей и покажет всему миру. Нет, с грешного человека вечное царство создать невозможно. Только из возрожденных людей. Когда человек духовно родится, становится новым творением. Это царство Бог созидает на любви. Не на законе, а на чем? На любви. Прежде всего, любовь Божья. Ибо так возлюбил Бог мир. Потом возрожденные души что делают? Любят Бога. И они исполняют Его заповеди не от страха наказания, а из любви к Богу. Как я горчу моего Отца Небесного! Как я Ему посмотрю в глаза! Как! На любви это царство создается.
не на законе жестко. Нет. Дорогие, поэтому в этом царстве удивительные отношения. Старший служит кому? Младшим. Вот такое отношение. И любовь объединяет нас всех. Чем мы ближе ко Христу, тем мы ближе друг к другу. Вот так, дорогие. Чем мы дальше от Христа, тем мы разъединеннее. Благослови нас, Господь, чтобы Ты вошел в это прекрасное царство, созданное Господом. Это церковь. Не жди этого тысячелетия, а войди сейчас в возлюбленную церковь Христа, чтобы Бог, переродив тебя, сделал новым человеком для славы Его. Хвала Ему вовек. Аминь. Вставши, поблагодарим Господь. Господь наш, Ты един достоин чести и славы. Милостью Твоей еще продолжается жизнь на земле. Если бы Ты отнял любовь на миг, то этот мир давно бы уже погиб. Люди бы истребили друг друга в злобе, но еще Ты в сердце людей сеешь чувство снисхождения и какое-то зерно любви. Нет такой любви, как у Тебя, которая объемлет весь мир, всех людей, даже тех падших грешников, от которых отвернулись люди. Ты даже помышляешь о том, как бы не отвергнуть и отверженного. Ты хочешь пробудить совесть, дать человеку поразмыслить, чтобы он понял Твою любовь. Господи, мы просим о тех, которые слышали сегодня слово истины, чтобы оно было им во спасение, чтобы это слово не было им грозным судьей в последний день. Благослови нас войти в Твою славную церковь и возрадоваться с Тобою и прославить Твое чудное имя, достойное хвалы Бога нашего, Отца, Сына, Духа Святого. Аминь. Садитесь, дорогие.